на икриночки на завтрак, которые еле поместились на сковородку. Ну, ничего страшного, пожарились. Доброе утро всем. Приятного всем аппетита. У меня вот такие вот гренки с чаем из Филадельфии. Намажу сейчас греночки себе и позавтракаю. Приятного всем аппетита, хорошего дня. Доброе летнее утро. Вот такое оно у нас красивое. Небо сегодня такое. Все зелено. Клевер. Вот кустик мой. Сороки он гуляют вдали. Вот такая вот красота, тишина. Одни только птички и собачки. Самолет летит. Что-то так тяжело летит, непонятно. Nesta tuş pek bağlı. Ребят, видите, какие цветочки. Приехала я сейчас опять в Амфибор. У меня здесь есть дела. Говорят, что есть, оказывается, здесь почта, через которую надо отправлять товар назад. Если я заказала, допустим, на тему что-то купила, и мне надо сделать возврат, то здесь находится, должна быть, во всяком случае, по карте показывает так. Сейчас будем искать. Вроде посмотрела где-то на втором этаже. Приехала сейчас автобусом после школы. Сейчас мы учимся эту недельку до часу дня, так как у нас скоро каникулы. Электричка поехала. Проходят железнодорожные пути. И вот так вот сейчас зайду. Посмотрим. Здесь мы уже с вами были. Но
стоянка такая. Как всегда нас встречают цветочки. Здесь вот такие орхидеи, красавицы всяких цветов. Смотрите, какие розы, наверное, розы, да. Розы, тюльпаны, продукция всякая разная. Вот эти мне нравятся, красивые. Гвоздички такие в горшках можно дома пересадить. В горшок обычный. А вот это, смотрите, какая милота. 150 крон. Милота. Красиво. Здесь уже побольше орхидейки. 225-350 цена. Красивая. Так, ну нам надо не здесь. Одна. Розочки мои распустились. Уже 3 штучки. Уже видите, какая большая уже с дырочкой. Ну, отошли, потому что вот еще будут бутоны есть. Тоже будут розочки. А то куст вообще сухой стоял. Начала ухаживать и сразу распустились. Благодарят меня. Добрый день всем. Хочу показать, что я сегодня купила. Значит, у меня вот такие вот, ну не знаю, это отбивные или что это такое. Вот здесь 900 грамм. Большая упаковка, написано, что 2 икса. Вот, это я так почитала, что это куриные. Куриные. Ну, я так думаю, как отбивные, что ли, их можно жарить и употреблять. Так, потом купила вот такие вафли, 15 крон стоили по скидке, 150 грамм тут. Потом купила тортилью. Вот я с нее делаю наполнитель любой, и очень получается вкусно. Потом здесь вот продают по 2 булочки, вот такие вот. Они очень, серединка то ли манго, то ли что-то банановое, не знаю. Вкусненькие такие. Они когда свежие, так вообще вкусные. Вот в упаковочке идет 2 штуки. Но я один съела уже в школе, поэтому показала вам просто. Потом взяла морковь, у меня закончилась. Хорошая крупная морковка. Потом взяла вот такой вот сырок. Вот он для хот-дога. Ну, тоненькие слайсы, знаете, я так думаю. 10 штук здесь, вот 200 грамм в общем вес. Потом взяла, значит, кондиционер вот такой, Head & Shoulders. Вот, с яблочком. Потому что почему-то шампунью Head & Shoulders пользуюсь. И у меня, а потом позже мою кондиционером, да, другим, только фирма другая. И у меня почему-то быстро волос жирнеет. Я вот это обратила внимание, не знаю почему. Ну, взяла сливок моих не было любимых. Взяла вот такие тоже, 35%. Вот, тоже это у нас получается сливки, только упаковка другая. Потом взяла творог, 4,3%. Взяла нутелла. Я до этого покупала, мне очень нравится. С лесным орехом, тут она вкусная очень. Вот банка такая вот сверху. Потом липтон у меня чай закончился. И яйца у меня закончились. Я вот опять повторилась. Ну как повторилась, купила. 12 штук. И стоили они 48 крон. Ну и все. Вот такие на сегодня у меня покупочки. Вот, ребятушки, готовлю уже мясо. С овощами и в сливках. Вот у меня уже что получается. Был у меня фарш. Фарш, морковочка, лучок, болгарский перец и сливки. Все. И варю вот сейчас макарончики. Макарончики уже почти готовы. Желтенькие такие. Видно вам, конечно. Будет у меня такой ужин.